Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Всем привет! Рассмотрим с вами задание из учебника «Математика. 6 класс» автора Мерзляк, Полонский и Кир под номером 86. Нас просят записать наибольшее четырехзначное число, которое делится на целое на пару чисел. Давайте мы с вами сначала запишем наибольшее четырехзначное число. Наибольшим четырехзначным числом является число 9999. Рассмотрим это число. 9999. Сумма цифр этого числа 4 × 9 – 36. 36 делится на целое на 3. Значит, и это число делится на целое на 3. Можно сказать, что 9999 – это наибольшее четырехзначное число, которое делится на целое на 3. Кроме этого, 36 делится на целое на 9. Так как сумма цифр данного числа делится на 9, то и это число тоже делится на 9. Итак, 9999 – это наибольшее четырехзначное число, которое делится на целое на 9. Но поскольку у нас с вами не одна кратность, а целых две, то по цифре 1 нам нужно найти не только число наибольшее четырехзначное, которое делится на 3, но и на 2. Мы знаем, что если число оканчивается четной цифрой, то число делится на 2. 9999 оканчивается нечетной цифрой. Предыдущее число, которое делится на целое на 3, это число можно получить, если от 9999 отнять 3. Мы получим 9996. 9996 нам подходит, потому что оно делится на целое на 3. Сумма цифр этого числа равна 33. 3 × 9 – 27, и 27 плюс 6 – 33. Сумма цифр делится на 3, значит, это число делится на 3. И последняя цифра данного числа – это четная цифра. Значит, это число делится на целое на 2. По цифре 2 мы ищем наибольшее четырехзначное число, которое кратно 3 и 5. Это будет число, которое будет оканчиваться пятеркой или нулем. Но пятерка не может оканчиваться, потому что тогда перестанет быть кратным 3. Значит, остается только вариант, если оно будет оканчиваться нулем. 9990. Сумма цифр этого числа равна 27, 27 кратно 3. И это число оканчивается нулем, значит, оно кратно 5. Это же самое число 9990 будет ответом для третьего задания. Потому что мы знаем, что числа, которые оканчиваются нулем, они делятся на целое на 10. И последнее задание. Мы ищем число, которое наибольшее четырехзначное и при этом кратно и 2, и 9. Наибольшее число, которое четырехзначное и делится на целое на 9, это 9999. Но последняя цифра нечетная. Значит, число на 2 не делится. Предыдущее число, которое четырехзначное, делится на целое на 9. Чтобы его получить, это от 9999 нужно отнять 9. Получим 9990. Сумма цифр этого числа равна 27. 27 делится на целое на 9, значит, и число делится на целое на 9. И последняя цифра этого числа четная. Значит, число делится на целое на 2. Все, мы справились с вами с заданием. Если вам понравилось наше видео, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Если остались вопросы, задавайте их в комментариях к этому видео.